Праздник для всей семьи, который продолжится все лето, состоялся накануне на площади у храма Георгия Победоносца на улице Университетской. Здесь открылся детский развлекательный игровой комплекс «Югра Парк». В Сургуте это уже третья подобная площадка, но по утверждению бизнесмена, сделавшего городу такой подарок, на сегодняшний день она лучшая в округе среди подобных. Оксана Ярославцева побывала на месте событий. Батуты, лабиринты, водные развлечения и увеселительная программа. Новую площадку, где доступны все эти радости, получили сургутяне. Ну, мы рады, что открыли такое место, потому что в Сургуте, мое мнение, что их мало. Поэтому я думаю, что мы сейчас пройдемся с ребенком, покажем ей, что тут нового, интересного. Ну, в принципе, я думаю, что место классное и местоположение, и много всего интересного. Пошли знакомиться. Я с мамой пришла. Чем вы тут занимаетесь? Я каталась на лейке. Я вот прыгала на батуте. Я плыла как рыба. Нравится тебе здесь? Да. Весело здесь? Да. Ребяток других много? Да. Красиво, интересно? Да. Ай, молодец. Первый частный детский развлекательный парк появился в городе в 2015 году на площади перед торговым центром «Росич». Сейчас в Сургуте уже три таких комплекса аттракционов. Я сегодня пришла на разведку. У меня четверо внуков. Мы пришли с дедушкой посмотреть, что же за новая площадка здесь. Уютненько, да, чтобы не было толкучки в остальных парках. Чтобы, вон сколько многоэтажек, чтобы деткам где было сходить, развлечься, тем более водичка. Я даже сама планирую на лебедях покататься сейчас. Просто интересно, как здесь все обустроено для детей. Интересно посмотреть. Сами будете кататься? Нет. Выросли пока уже просто смотрим. Впрочем, аппетит, как известно, приходит во время еды. Наблюдая за восторгом участников событий, трудно удержаться и не присоединиться к общему веселью. Кстати, предприниматель, ставший инициатором создания такого комплекса, перед открытием каждой детской развлекательной площадки сам опробует аттракционы. В первую очередь. И какой предпочитаете, поплыть на батуте, покататься? Ну, более семейный, то есть на лебедях. Я часто бываю в Европе, посмотрел то, что нам нравится, а почему не реализовать этот проект у нас в Югре, в Сургуте особенно. В 2015 году я решил попробовать, и получилось неплохо, люди довольны. Вот именно в Сургуте в этом году, именно с этой площадки получилось абсолютно все правильно. При поддержке администрации проект построили за месяц, и получилось один из лучших в Югре на сегодняшний день. Это благодаря тому, что администрация посодействовала оформлению земли, вода, свет и все. На счету Гарика Безаяна уже 9 таких детских площадок в городах округа. Со сменой сезона происходит и их переформатирование под зимние развлечения. Здесь будет залит каток и появится ледовый городок. В планах доставить еще больше радости горожанам. Как рассказал нам предприниматель, уже совсем близка к реализации его мечта – построить в Сургуте полноценный парк аттракционов с колесом обозрения. Цитирую, чтобы у нас Югропарк был намного круче, чем Диснейленд, говорит Гарик Безаян. Оксана Ярославцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.